тебе своё сердце, свою душу. Эй, ученик, остановись, не торопись, послушай. Вот отзвенит твой последний звонок. Никто тебя больше не позовёт на урок. Да, подошёл мой срок, пора переступить порог. Прости меня, школа, я многого сказать не смог. Как тебе жить? Ну что теперь надеяться? Куда теперь идти, если некуда деться? Здесь я пережил всё. Любовь и ненависть, поражения, победы. И полёты ввысь, расставаться с тобой. Мне больно до слёз. Пойми меня, школа, я привязан к тебе всерьез. Поймите меня, мои учителя, так много времени потратили со мною бы зря. Но я вернусь, я обязательно вернусь. Да, я точно вернусь, и мы забудем про грусть. Прости, школа, пустая сцена. Прости, школа, незаконченная тема. Прости, школа, распахнутая дверь. Пойми, школа, тебе я помню, не поверь. Прощай, школа, говорю сегодня я. Прощай, школа, но помни меня. Прощай, школа, жалею только об одном, что не могу всегда я быть твоим учеником. Уходим из школы, и больно на душе, что не ходили на уроки, не готовили ДЗ. Мы часто спотыкались, не было сил уже идти, но учителя нас поднимали, помогали пути. Спасибо за то, что нас по жизни оберегали, где-то наказывали, где-то оценки завышали и любили нас такими, какие мы есть. Научили нас жить и ценить свою честь. Мы не забудем об этом и пронесем тебе всю жизнь вашу философию и главную мысль. Делай добро, и оно обязательно вернется. Даже если что-нибудь тебе не удается, на жизнь на пути своем не теряй лица. Набери красный сразу, мандавец, зову сердца. И пусть твоя душа испит перед тревогу, ведь есть на свете люди, которые помогут. Огромное спасибо нашим педагогам, они воспитывали нас духовно, а это много. Дарили радость, веселье и море смеха, здоровье оставляли свое на это дело. И чтобы зрителям своим концерт представить, колоссальные силы нужно потратить. Поэтому желаем вам здоровья и счастья. Вспоминайте наш выпуск как можно чаще. Прощаюсь с химией, учитель физики, учитель математики, права и политики. Прощаю учитель русского и иностранного, мы вас не забудем. А это главное, прощаю учитель музыки, учитель пения, учитель географии, истории, изучения, учитель физкультуры и учитель ОПЖ. Прощайте, дорогие, мы уходим уже. Последний день, я твой ученик, последний раз заполнил дневник. Прощай, школа, настало время разлуки, как жалко отдавать тебя чужие руки. Пойми, малыш, если ты слышишь меня, люби свою школу, как любишь самого себя. И никогда не говори, что ненавидишь ее, не смей так говорить. Но детство мое ушло, детство прощай. Люди, отпустите, оно само уходит, разрывается нити. И больше никогда не будет мира чудес. Пора оставить его, там нет уже мест. О боже, как многого я сделать не успел. Я не могу поверить то, что не увижу этих стен. Я опоздаю на урок и не найду кабинет. Вчера я все это мог, а сегодня нет. И в этот день я обязательно приду и сяду за четвертую парту первого ряда. И снова увижу зеленый циферблат там. Часы, прошу тебя, пожалуйста, позволь мне зайти. Я пройду по коридорам, зайду в какой-нибудь класс, чтобы погрустить с тобой в последний раз. Возьму мелок и напишу на доске: прощай, школа, мы уходим уже. Прости, школа, пустая сцена. Прости, школа, незаконченная тема. Прости, школа, распахнутая дверь. Пойми, школа, тебя я помню, ты поверь. Прощай, школа, говорю сегодня я. Прощай, школа, но помни меня. Прощай, школа, жалею только о том, что не могу всегда я быть твоим учеником.